Всем привет! Продолжаем знакомиться с описанием работ. «Христос в доме Марфы и Марии» – картина голландского художника Яна Вермера. Выполнена в 1655 году, хранится в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. Картина относится к раннему периоду творчества художника и, предположительно, являлась первой выполненной на заказ. Была завершена в 1655 году и является одной из самых ранних работ этого художника. В начале своего творческого пути художник часто прибегал к мотивам мифологическим, вот, к примеру, картина «Диана со спутницами», и религиозными, что привело к созданию картины «Христос в доме Марфы». Нетипичный для Вермера стиль выполнения картины наталкивает многих исследователей творчества голландского художника на мысль, что данная работа могла быть выполнена на заказ. Женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Марии, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, и тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Ну а вкратце, во время своих странствий Христос пришел в Вифанию и остановился на ночлег в доме сестер Лазаря, Марии и Марфы. Марфа начала приготовление на кухне и бронится на Марию, сидящую у ног Иисуса, за отсутствие помощи с ее стороны. На ее слова Христос ответил, что Мария выбрала лучшее занятие – следование наставлениям Господа. При создании картины Вермер использовал темные охровые и теплые золотистые тона, яркость которых он выделял при помощи темных цветов. Он расположил три фигуры по центру картины, при этом опустив множество деталей, чтобы не перенасыщать композицию. Во внешности двух сестер он передал кардинальные различия характеров. Задний фон был выполнен в темных тонах, чтобы акцентировать внимание на персонажах картины. Расположение фигур, вымышленный интерьер и пейзаж является подражанием итальянской ренессансной традиции. Ну вот так вкратце о картине Яна Вермера «Христос в доме Марфы и Марии». Данные я брал из Википедии. Пока-пока, до свидания.